Добрый день, мои дорогие. Теплый осенний денек, а завтра, послезавтра обещают дождь, а потом резкое похолодание. Поэтому я срочно решила укрыть японскую айву. Укрывной материал. Здесь его 10 метров. Я думаю, его должно хватить. Нет, что вы, конечно, все 10 метров я не буду использовать, но отрежу кусок примерно метр на метр, чтобы укрыть японскую айву. Вот торчит небольшой росточек его. И вот этот длинный побег я уже запрятала в хворост, согнула его, чтобы его не побило заморозками. Все, теперь я укрою, и хорошенечко надо уплотнить это дело, чтобы не сдуло ветром. Вот. Итак, приступим. Беленький, я надеюсь, что никому тут не потребуется в палисаднике. Ну, давайте будем укрывать. Потому что в прошлом году я укрывала коробками. У меня коробки всякий раз отсюда кто-то уносил. Пока не укрыла никчемным куском картона. Ну, а в этом году вот такой укрывной материал. Ширина 1,60 м. Можно даже в 2-3 слоя. Кому как. Смотря какая зима у нас. Ну, я думаю, вот этого должно хватить. Нетканый укрывной материал продается в магазинах «Сад-огород» обычно. Сложенный в два раза как раз эту кучку прикроет. Хворост нужен для того, чтобы я специально не выбрасывала остатки растений из палисадника, чтобы можно было легко укрыть, и то, что находится внутри, не загнило бы и дышало. Вот. Ну а теперь камнями, кирпичами. Здравствуйте. Таким вот образом. И для верности можно присыпать земелькой слегка по краям. Друзья мои, а здесь я слегка забаррикадировала древовидный пион. Видите, это у нас просто куст был хризантем. Вот я прореживала. А вот сам древовидный пион, его кончик, и у него там даже есть почечка, которая, возможно, собирается прорасти. Вон, видите? Ну вот сейчас я укрою, потому что завтра, послезавтра дождь, а потом резко наступит похолодание. Поэтому давайте срочно укрывать, чтобы весной он у нас дал все чудеса роста. А потом бы радовал нас огромными своими цветами, ведь его мне прислали из Севастополя, из далекого. Будем укрывать. Почти яранга. Почти яранга.